Девчоночки, всем приветик. Вот с такими ноготочками пришла ко мне клиентка. Судя по всему, очень давно здесь было выравнивание камуфляжной базой. И я вам покажу, как мы будем приводить их в порядок. Для начала нам понадобится пушер, которым подвигаю кутикулу и хорошо зачищаю птеригий. Хорошо убираю птеригий из зон боковых валиков и зоны кутикулы. Дальше мне понадобится пилочка 100 на 150 грит. И задача моей пилочки всего лишь навсего сбить глянец натуральной ногтевой пластины и придать форму ноготочку. Работаю я абсолютно без нажима, исключительно под весом самой пилочки. Теперь пришло время аппаратного маникюра, и для этого мне понадобится фреза с туповатым кончиком и синей насечкой. Работаю примерно на 20 тысячах оборотов. Очень аккуратно нажимными движениями поднимаю кутикулу. Далее мне понадобится насадка шар с красной насечкой, которой я работаю примерно тоже на 20 тысячах оборотов, и срезаю, убираю остатки лишней кутикулы. Обрабатываю ногтевую пластину бескислотным праймером. И дальше буду выполнять выравнивание ногтевой пластины камуфляжной каучуковой базой. И для того, чтобы у вас не было отслоек, тонким слоем втираем базовое покрытие в ногтевую пластину. Хорошо запечатываю торец, набираю на кисть еще одну капельку базы и переношу ее на мокрый непросушенный слой предыдущего базового покрытия. База у меня очень крутая, с эффектом самовыравнивания. Кстати, такой базой сможет работать абсолютно любой мастер. И таким способом, девочки, выравниваем абсолютно все наши ноготочки. Далее мне понадобится топ именно без липкого слоя, которым я покрываю три ноготочка: мизинчик, указательный и большой. А безымянный и средний пальчик у меня останутся для дизайна. Вот вы сейчас сидите, смотрите видео и думаете: ядрить мадрить, неужели себе нельзя было сделать красоту или одеть перчатки, как вы любите это мне писать? Девочки,
У меня просто нет свободного времени для того, чтобы уделить это свободное время себе. А перчатки сняла, потому что думала, что у меня и кожа слезет от них. Настолько мне в них жарко было. Итак, вернемся к нашему дизайну. На хорошо остывшее финишное покрытие втираем пигмент. Некоторые его называют единорог, некоторые просто втирка. Просто когда вы работаете с более натуральной ногтевой пластиной, с более натуральным цветом, старайтесь использовать пигмент максимально нейтральный, максимально нежного оттенка. И после того, как мы все втерли, убираем остаточки пигмента. И еще раз буду перекрывать финишным покрытием без липкого слоя. Особое внимание уделяйте торцам ногтевой пластины. Итак, приступаем к нашему дизайну. И для этого мне понадобится белый гель-лак, которым я просто рисую вот такие вот листики, и это будет наш цветочек. Дизайн рисуется очень быстро, и если ваши девочки хотят уйти с красотой, но максимально сэкономить на дизайне время, то этот дизайн именно тот вариант, который вам нужен. Итак, отрисовали лепесточки, отправили в лампу примерно секунд на 20 на просушечку и приступим к следующему этапу. Покрываю ноготочки матовым финишным покрытием и отправляю в лампу на полную просушку. Ну и пока вы смотрите это видео, не забудьте поставить лайк. А кто не подписан, можете, конечно же, подписаться на канал. А кто вообще молодец, тот может даже оставить свой комментарий и задать какой-то интересненький вопросик. Ну а кто хочет быть вообще в курсе всех событий, что происходит в моей жизни, те девчонки, обязательно подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме. Ссылочку вы можете найти в описании под видео. После покрытия отправляем в лампу на полное просыхание. Далее я буду использовать клей для страз. И в серединку нашего цветочка буду окунать стразики и снова отправлять в лампу на полное просыхание. Девочки, а кто так же само любит стразики, как я, и кто хочет работать очень крутыми, очень качественными стразиками по очень доступной цене, вы можете зайти в мой интернет-магазин и заказать там для себя то, что вас интересует. Ссылочку на интернет-магазин вы можете также найти в описании под видео. А далее мне понадобится белая гель-краска и тоненькая кисточка 7 волосков. Набираю небольшое количество гель-красочки на кисточку, прорисовывая тоненький-тоненький контур нашим лепесточком. И после того, как я тоненько все прорисую, добавлю еще такие вот, скажем так, тычиночки в серединку и отправлю в лампу на полное просыхание.
И если вы будете очень внимательно смотреть это видео и повторять, то у вас получится вот такая безумно красивая красота, которая подойдет как и на короткую ногтевую пластину, и так и на экстремально длинные ноготочки. Если вам понравилось это видео, обязательно напишите об этом комментарий. Поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Также я вас жду на своей страничке в Instagram, ссылочку на которую вы можете найти в описании под видео.